Для того, чтобы попасть на нынешнее мероприятие, которое будет проходить в течение трех дней уже в конце этой недели в Ярвиском уезде, людям в возрасте от 16 до 25 лет нужно написать короткое мотивационное письмо, состоящее буквально из нескольких строчек на тему, каким они видят свое будущее, хотят ли построить его в Эстонии, Европе или России. Расширится в этом году и география участников форума, на которые ждут также молодых людей из Латвии и Литвы, готовых рассказать, останутся ли они на родине или покинут ее в поисках лучшего будущего. Ведь не секрет, что молодежь стран Балтии по-прежнему уезжает за рубеж, поэтому одна из целей форума – выяснить, что нужно сделать для создания тех условий, которые остановили бы отток молодого населения. Суть форума в том, что никакой политики не будет. Обычно собирается для того, чтобы что-то рассказать, а мы собираемся для того, чтобы послушать. Мы хотим узнать, какие озабоченности какие есть у нашей молодежи. Как она хочет строить карьеру, где она хочет строить карьеру, чему она хочет учиться. В каких странах? В Европе, в Эстонии, в России. Но это не единственное, о чем предлагают подискутировать организаторы мероприятия, которые не позабыли и о весьма молодом возрасте участников. Так что дискуссии дискуссиями, но для гостей приготовлены также интеллектуальные и спортивные игры, мастер-классы и выступления известных гостей. До форума, который стартует уже в эту пятницу и завершится в воскресенье, остались считанные дни. А поэтому стоит поторопиться, сообщив для участия в нем Таллинскому институту Пушкина свое имя, фамилию, город, а также место учебы или работы. Но от себя организаторы обещают не только бесплатное питание и проживание, а также транспорт до места проведения форума и обратно. Ну и массу позитивных эмоций, дружелюбную обстановку и новые интересные знакомства. И никакой политики. Сергей Дадыкин, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.